Вот еще одна попришкандыбала на одной на ноге. Лапа вся опухшая. Может, сломана. Вот так вот, как каждый день. Сейчас ему, если удастся, надо дать антибиотик. Лечит все это аугментин 875. Хотя его блокируют для того, чтобы ветеринары вдавливают в голову этим бабкам-обрыгаловкам, которые собирают вот это кукушек и гноят их же живьем. Для того, чтобы это побирались по интернету, собирали деньги и тащили им, и ветеринарам. Вот они внушают, что нельзя лечить сами. На самом деле, конечно, надо лечить самим, потому что никого никуда не надо таскать. Если животное в тяжелом состоянии, его надо брать и усыплять. А вот такие вот все эти травмы лечатся прямо на месте. Аугментин 875. 1/16 это таблетки. Таблетка колется сухими руками. Очень сухо должно быть, иначе рассыпется. И оно подлечивается, лечится цистит, лечится практически все такие болезни, которые связаны с воспалительными процессами. Ну вот, такая жизнь на помойке. Вот эти пиздушки, которые добиваются жизни кошек на помойке, сами они на помойке жить не захотят. Ну это же эвтаназия, ну это же убийство. Ты у них спросила, хотят они умирать, не хотят они умирать. А может быть, они хотят умирать, а может быть, не хотят умирать. И вот этот вот лепет бесконечный. Но сами они живут в тепле. Они живут в тепле, они на помойке жить не хотят с перебитой лапой и разбитым пиздаком. Но решают судьбу вот таким образом животных вместо... Вместо чего? Вместо гуманной эвтаназии Царства Небесного. Они считают, что здесь лучше. Ну, а те, которые не верят в Бога, этого вообще, не верят в Царство Бога, это вообще одноклеточные. С ними вообще разговор невозможен никак.